приехали в парк. Тут будут кормить ламантинов, морских коров. А мы будем смотреть. И здесь еще есть другие животные. И должен быть гипопотам. Они кружочек делают. Там оттер в воде, выдра. Она вылазит. Вот она. Вот она. Я тебя вижу. A manatee will eat between 10% and 15% of their weight. Which generally about. Огромный. Какая у нее складочка. Здесь можно найти аллигатора, но не видно ни одного. Тут, наверное, которых лечат. Большие и мало места в таком маленьком. Их что ли будет отсюда выпускать? Источник? Странно. Кэр-центр, да, за ними тут ухаживают. Видимо, что это у них болит. Представляешь, мы говорим, что вынок... Ой, чего кричишь? Много манатеи сплавает. Почему они сюда к нам не плывут, неизвестно. Что это за косяк? Огромных. Я тут пошел за ними такой. Я с вами езжаю. О, там, смотри, тоже можно на каявах плавать. Или это только работники? Непонятно. В салат-бар добавляют салат. Угу. Угу. Спят все. Какие розовые. Ой, все крышка нету. Ну, у вас крышки сломались, да? Винки. Винки. Вот там сидит за углом. Все фламинго спят. Disney Animal Kingdom мы видели фламинго, но они не были такими розовыми. Видите, вон какие яркие. Это, наверное, не может летать, да? А это может. А эти хорошо плодятся. Носатые.
что они делают? Видите, как они делают? Посматривает на меня. Лысая голова. Прыгает. Порва такая. Или кто такой там же плодой? Я просто большой камушек. Я даже не шевелюсь вообще совсем. Но это не американский. Это, мне кажется, это крокодил как раз. И аллигатор. Уральский аллигатор такой здоровый. Да, просто взрослый большой. Только вчера нам показывали маленького. Нет, маленький. Он по-другому выглядит. Взрослый. Стоит там живот полный. О-о-о, нападение происходит. Ну, он просто... Ой-ой-ой. Вперёд удобнее. Напугали, потому что...